Ну что, заехал ГЭЦ. Вот они, вмятинки. Крыша посеченная. Особо снимать долго не вижу смысла. Все равно их делать все надо. Вот, частично я тут уже, как говорится, поделал. Частично остались. Вот. Снимать каждую вмятинку смысла я не вижу. Вот. Начнем сразу делать. Интересно, побило фундайчика. Ну, здесь это понятно. Вот. А как вот здесь, практически на отвесном склоне, вот здесь. Вот они. Вот тут интересно, конечно. Ну, клей чудеса творит, все мы это знаем. Вот они. Вот, к сожалению, снять особо вот красиво, чтобы хорошо видно было, не всегда получается, но что-то видно. Вот, допустим, да, практически вот вмятина, вот и вот. Ну, можно сказать, отвесно. Вот, и тем не менее, ладно, когда здесь, на вот этой части, тут уже понятно. А так, на отвесной части, вот интересно, досталось. Ладно, будем делать. Вот, работали, работали, и промежуточная дефектовка. Вот, и все. Там поправить, там доделать. Вот, и... Все буквально вот штук 15 мест, где требуется либо доделать, либо переделать, либо там подвывести. Вот лампочки трудно сейчас вот так снять, не снимает. Ну вот он промежуток. Промежуток темный, тень дает. И вот эта тень со светом очень хорошо отражается. Точно так же, как вот она лампочка. Вот, отражается здесь. И здесь, если вот так видно, да, полоса. И по этой полосе свет-тень тоже хорошо определять дефекты. Вот включил лампу здесь. И лампу здесь, и все. Вот так проутюжил, вот так проутюжил, вот так посмотрел и вот так посмотрел. То есть уже дефекту скрыться очень трудно. Вот. Вот такая вот дефектура. Вот он финиш у нас машинки. Попали мы на свет, тени не хватает. Вот отсюда лучше снять. Ну, как-то так. Ну и капот. Тут и пыль засела, но это не важно. Вот так, вот счастливый хозяин.